Да, максимально расслабьтесь, дайте волю фантазии. Значит, сегодня мы играем с вами в винное казино. Мы будем с вами угадывать 5 параметров. То есть, как это будет выглядеть? Я буду выносить в закрытом мешочке бутылку вина. Вы не будете видеть этикетку, вы не будете видеть цвет. Я буду каждому из вас разливать небольшое количество вина. Вы будете нюхать, вы будете пить, вы будете общаться, обмениваться. Каждому из вас достанется комплект из 5 фишек разного номинала. Фишку номиналом 500 баллов вы должны поставить на сорт винограда. Фишку номиналом 100 баллов вы должны будете поставить на страну. 50 баллов вы должны будете поставить на год. 25 баллов вы должны будете угадать крепость этого вина. И 5 баллов вы должны будете угадать старый или новый цвет. Советоваться с другими или не советоваться, произносить вслух какие-то гипотезы или нет, каждый из вас будет решать сам. Почему? Потому что сегодня мы все будем бороться за приз. Не бойтесь говорить глупости, не бойтесь делать ошибки. Как правило, ошибается тот, кто ничего не делает. Где плащ, не откроем здесь эту бутылку. Спасибо за участие активное. Очень благодарю.